В Якутске состоялся чемпионат по теннису среди лиц с нарушением слуха и опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов со всей республики. За победу боролись как новички, так и мастера спорта. К примеру, Нюргун занимается настольным теннисом в адаптивном центре уже 3 года. У него есть опыт участия в первенстве России. По его словам, важно заниматься регулярно, 3 раза в неделю, по 2 часа тренировки. Конкурент есть. Васильев Марк. Ну, вы, наверное, уже знаете с ним постоянно. Постоянно соревнуемся. Сегодня должен победить. Такой настрой.